Жители Актау празднуют новоселье. Ключи от новых квартир получили 100 молодых семей. Вкладчики жилстрой Сбербанка. И это только начало, заявляют архитекторы. В ближайшее время в городе появится новый крупный микрорайон с развитой инфраструктурой и социальными учреждениями. Подробности у Татьяны Ковалевой. В семье из Калиевых большой праздник. Супружеская пара с 10-летним стажем получила квартиру в новом доме. Поздравить счастливых новоселов съехались родственники и друзья. Госслужащие Ильдос и Гульнар, которые воспитывают двух дочерей, признаются. Об этом дне они мечтали с первых дней своей совместной жизни. Сегодня у меня радостный день. Мне вручили ключи от новой квартиры по программе «Доступное жилье 2020». Ну, благодаря программе как бы «Доступное жилье», благодаря нашему президенту Нурсултану Абишевичу. Теперь мы будем, как молодые люди этого Казахстана, работать только во благо развития нашего государства. Стоит отметить, что на следующей неделе в этом микрорайоне сдадут в эксплуатацию еще 4 новых дома, в которые заселятся сразу 200 молодых семей. Кроме того, в ближайшее время здесь же заработает дошкольный мини-центр на 70 мест и откроется автостоянка. А это закладка первого камня для фундамента многоэтажки в соседнем микрорайоне. Власти обещают, домов будет сразу несколько. Все здания построят на землях, возвращенных в собственность государства. Там будет построено за практически за полтора года 3000 квартир. Значит, в этом году часть квартир мы уже сдадим, и многие квартиры, некоторые квартиры перейдут на следующий год. Если у нас сегодня 5000 жителей, значит, стоят в очереди, кому положено в очереди, уже 3000 там будет. Глава региона поручил строителям все объекты построить качественно и в срок. По плану в новый микрорайон Актау должны заехать не только молодые семьи, но и жители аварийных домов, бюджетники, малообеспеченные и многодетные семьи. Татьяна Ковалева, Ренат Дусалиев, Актау.